Здорово, дорогие подписчики и гости канала, по-прежнему с вами Диман и Даник, мы находимся в моем доме. Всем привет. Друзья мои, да, как и всегда, играем на первом сервере, обязательно переходите по ссылочке из описания, скачивайте мой дом, и еще самое главное, не забывайте о промокодике. Промокодик максимально выгоден для вас, если же вы новичок, нажимайте клавишу F2, промокодик DFV вы должны активировать, получаете 7 дней премиума, а также 100 тысяч игровой валюты на ваш аккаунт. Также, если окошечко отправить мне в ВКонтакте, показать тем самым, что вы подписчик, еще лично от меня получите дополнительно 200 тысяч. Ну а если встретите Даника или же Петровича, то каждый из них также даст вам по 200 тысяч, но нужно их встретить в игре. Таким образом, за один промокодик можно получить как минимум 700 тысяч, да, на проекте «Мой дом». Ну а давай я тебе поделюсь, выброшу аптечку, давай используй ее. Ребята, сегодня мы отправимся на контейнеры. Да, давненько мы там не были. Соответственно, мы попытаемся, так сказать, проверить свою удачу, выбить, быть может, какую-то новую машину, вот, ну и посмотреть, кто самый везучий, устроим, так сказать, битву за, получается, контейнеры, и посмотрим, кто наберет больше всех баллов. Здорово. Так, ну что, друзья, попросили администрацию для того, чтобы поставили нам контейнеры, это первое, потом мы сняли деньги. Сколько у тебя по итогу-то получилось снять? 36. 36. У меня 42 миллиона. Итого это получается, ну, не сотня, конечно, но около того. В любом случае, делаем ставочку, да? Контейнер я сразу же забронировал, я возьму левый, ты возьмешь центральный. Ну и смотрим, ребята, напоминаю, у кого тачка дороже, тот и забирает свой первый балл. Ребята, надеюсь, что сегодня будет очень много дорогих машин. Хотелось бы, конечно же, пополнить мне новую коллекцию, новой машины. Поэтому заберем что-нибудь. Диабло, да, было бы как бы кайф. А, пока что смотрим. Ребят, пока напишите в комментариях, за кого болеете, за меня, либо же за Даника. Ну а мы вскрываемся и открыть. Ну, опа, понятно. Рус, хорошо, хорошо. И это сразу же 14 лямов и 10 твоих. Ха-ха, зашибись. Ладно, так как ты проиграл, это мой первый балл. Выбирай контейнер, какой бы ты хотел открыть. Правый, центральный, либо левый. Правый, да? А я центральный, ребята, попробую. Ну и давай, я делаю ставочку. Двенашечка залетает, у тебя залетает. Да. Правый контейнер, кстати говоря, по-моему, нам еще должны второй ряд сейчас поставить, но пока нету, ладно. Поставят, будет кайф. Ну, в общем-то, ребята, смотрим. Да, вы пока в комментариях напишите, за кого болеете, как вы считаете, кто же заберет сегодня победу в битве за контейнеры. Ну а пока, ребята, 7 секунд остается, ты теперь первый скрываешься, давай. Ты первый, ты первый. Блин. Какой-нибудь, я не знаю, давай, знаешь что, Мустан какой-нибудь, давай, ну-ка. Ай, восьмая, ну это плохо, это сколько, это восемь? Ноу, да. Ноу, не завезло тебе, сейчас. Сколько стоит, а ну-ка. Так, у меня, блястяща, Порша, 8700 у меня, 8700. 8500. О, я больше, у меня балл, ребята, у меня как бы кайф балл. Да, получается, что я в нулях плюс-минус, да? Ну, а теперь ждем следующие контейнеры и будем ставить уже в третьем раунде. Вот, ребята, есть новая часть контейнеров, давай мы их и откроем. Какой ты берешь? Вот это. Окей, я снова попробую центральный. Не знаю, ребята, но 2-0 это уже что-то значит. Да, побить будет не так легко для Даника. Ну а пока мы не потратим все деньги, мы будем, соответственно, открывать. У меня, кстати говоря, ну у меня не 36 было поболее, но все равно. Так, ну что же, смотрим, смотрим, да, что выпадет тебе, что выпадет по итогу мне. Да. 8 секунд, ребята, 7, 6, 5, 4. Хотелось 5. Бы, как я уже говорил, какую-нибудь лютую, давай. Просто лютейшую ламбу. А ну-ка, открывай. Ну ты. Да что там? Пошло. А, офигенно, i8 снова. Так, а у меня, подожди-ка. У меня Феррари, 20 лимонов. Понятно. Продать, опа, меня, а, сюда вернули. Так, окей, давайте-ка, подожди, я сюда центрально ставлю. Подожди, я там Феррари не продал. Подожди, подожди. Мне Феррари надо продать. У меня бабки проблема. Феррари надо продать, ребята. Сейчас вернемся. Вот, да. Но я уже поставил, так, забрать, продать. Все, 2800. Слушай, я хороший плюс имею. Итого, плюс-минус, я на 8 впереди, в плюсе. На 8 лямов примерно. Нормально. Так, а ты где поставил? Ты какой поставил? А, ты этот поставил, да? Ну, давай-ка смотреть. Так, 3, 2, 1...
И... А, поздравляю, вы получили ключ уличный, кстати говоря. Прикольненько. У меня Урус. Это 10. Это как бы так себе. Так, у тебя получается, давайте-ка глянем, 5-4. 3. Главное, чтобы что-то было хуже, ребята. Ну, просто в сухую хотелось бы выиграть, конечно, Даника. А ну-ка. Да, сколько это? Это не 10 точно. Это сколько? 2-300! Сколько у тебя осталось вообще? Сколько у тебя осталось? 18. Ну, давай еще раз сделаем ставочку. Какой ты берешь? Ты берешь правый, а я тогда возьму, ребята, центральный. Ну, давай пробовать. Не, ну, то, что я как бы сейчас в нуле, плюс-минус, даже в плюсе, это меня максимально радует. Ну, а Даник слил все бабки. Короче, ладно, осталось. Давай, так как я имею больше, конечно, я сразу сюда залуплю. Сразу, чтобы он не простаивал. Вот, осталось, ребята... А, на самом деле много денег, я думаю, что надо достать отсюда какую-нибудь Бугатти, либо же Ламборгини Сиан. Очень надо, очень надо, очень надо. Открывай, вскрывайся, вскрывайся. Порше 8, да? Ну ты все как бы, да? Походу ты все, ты больше уже не откроешь. У меня тоже Порше! У меня ничья! У меня ничья 8700, у тебя 8700. Окей, хорошо. Но у нас ничья при этом, ребята, как бы неплохо. Так, и снова здесь Урус, как бы так себе. Ладно, выбирай. Выбирай контейнер, который ты бы хотел открыть. Ты ставишь этот, и я поставлю на вот этот. И, ребята, в принципе, я думаю, что поставим еще и на вот этот. Мне сегодня явно везет, ребята. Я пока что, ну, конечно, не прям уж в минусе, но где-то около нуля. Ребята, около нуля, при этом два контейнера играет. 13 секунд остается, только, как говорится, пан либо пропал. А прикинь, сейчас какая-нибудь ламба или сиан тот же, да, за несколько, там, не знаю, 50 миллионов вообще выпадет. Вообще ж кайф, может же такое быть. Вскрывайся, брат. Вскрывайся, одна секунда у тебя остается. И... Да. БМВ. БМВ это, по-моему, 5, понятно. Да? Сколько это у тебя? 3600. 3600? Это вообще слабо. Да. У меня РСыч 5. Это 5. Слушай, ну у нас как бы все мои раунды и одна ничья. Опа, понятно. Еще и ламба, ребята. Еще и ламба. 14300. Я пока что в минусе, конечно, но незначительном. Короче, ребят, давайте-ка заключительно сделаем красиво. Сделаем красиво. Сделаем, ребята, вот так вот, вот так вот. И если мне дадут возможность, сделаем еще на вот этот вот контейнер одну ставочку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, дай мне контейнер, ну ладно. Окей, пока два контейнера. Даник расстроенный максимально. Ребята, в комментариях поддержите молодого. Он копил месяц эти деньги, чтобы открыть контейнеры, ребята. Месяц и просто все слил в ноль практически. Осталось 3 ляма у тебя примерно, да? 6. Да ну нафиг, это Феррари 16 лямов. Но у меня такая есть, поэтому я ее не буду брать. Так, открыть и... Понятно. Это Пульман? Это Пульман? Это Пульман? Бля, это не Пульман, это просто 8 миллионов. Короче, ребята, в принципе, вот такая вот битва, да, у нас с Даником получилась. Давайте сделаем красиво, да? Мне как бы хватит ли? Да, мне хватит на последнюю ставочку, все. Давайте сделаем красиво. Последний, ребята, ряд. Просто последний заключительный ряд мы вместе с вами организовываем. А ну-ка, поставить, поставить и поставить. Ребята, все бабки просто ва-банк идем. И, в общем-то, будем смотреть. Да, повезет ли, не повезет ли. Очень хочется что-то дорогое. Прикормили знатно, да, братан? 30 лямов туда запустил ты, даже больше. Прикормили очень знатно, ребята, очень знатно. Надо также знатно сейчас достать. Тем более утро, как бы сейчас особо никто не доставал хорошие машины из контейнеров, поэтому дай бог. Икса 2150, как говорится, хрень случается. Так, и здесь, а ну-ка, Порше... Порше, будь проще. Так, это 10, да, поставили 36. И здесь у нас Урус, это 20. Минус 16 лямов, ребята. Я думаю, что пора заканчивать. В общем, ребята, все, битва закончилась. Мы победили просто с хорошеньким таким отрывом. Но, к сожалению, под конец немного не подзавезло. Надеюсь, что вы уже играете на мой доме. Если вы открывали контейнеры, напишите, что падало вам. А на этом будем прощаться. Всем хорошего настроения, всем удачки. Пока-пока, друзья. Пока.